Здравствуйте. Поезд Москва. Тут ходит одна Москва. Станция вполне хорошая, очень даже хорошая. Станция Жулебино. Все колонны очень разноцветные. Вот такие. Здесь желтые, как мать. Там зеленые, там уже идут красные. Вот я. Очень красиво сделали освещение. Взгляните, я из кособка. А сама стена сделала с наклоном, посмотрите. О, как. Очень интересно сделано. Станция Лермонтов, проспект. Стенка сделана в разноцветном виде. Смотрите, там зеленый тут, может быть, салатом. Желтый, оранжевый и красный. Так же, как и тут. Сама... Просто посмотрите на потолок. Самый еще красивый очень. Так. Есть две, как сказать вам, трубы, может быть, квадратные. Есть лампочки. Вот такие. И там еще... Когда сюда приезжаю, мне кажется, что я попал в космос, потому что стенка в космическом виде. Очень красиво, кстати, правда. Особенно к стенке. Станция Волгоградский проспект. Сейчас ее ремонтирую, так что обыкновенная сороконожка. Тут осуществляется переход на станцию Крестьянская застава. Станция Таганская. Тут очень большой поток людей. Я сейчас сюда зайду и тут покажу. То же самое.
необычный светильник. Какой необычный цвет, то есть. В круге. Нет, пространство Китай-город, я вам скажу, когда у меня будет видео про Калужскую речку. Наверное, следующий видео будет обсуждать. Станция Кузнецкий мост. Просто взгляни, какие красивые арки. Красота. Станция Пушкинская. Баррикадная. Станция Октябрьское поле. Очень красивые колонны. Правда, ой, хорошо. Едем дальше, в общем, на последнюю. Все, ребята, конечная станция у нас. Это что? Лагерная. Шикарная стенка, я могу так сказать. Обыкновенная сороконожка. Ничего такого другого не видно. Ну что ж, ребят, вот и все. Вот и прокатительный Пантагас на Пресненской линии. Всем спасибо, кто меня досмотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Тимур Кожин. Всем пока-пока.